Друзья, всем привет, всем добро пожаловать на очередной стрим. Сегодня мы с вами поговорим про очень важную и э, про очень интересную тему, про клоки, про часы. Э, давайте потихоньку присоединяться, друзья. Сегодня будет у нас очень интересная тема. Во-первых, э, вкратце э, расскажу, как у нас будет произойти формат. Сегодня будет продолжение э, темы Атомик Клок. Я также расскажу... Чем отличаются разные клоки, покажу на реальных примерах, например, саундкарта, как себя ведет с клоком и без. И мы будем разбираться, почему так отличается сигнал, по каким характеристикам отличается и так далее. Потихоньку присоединяемся, плюс добавляю то, что сегодня в конце эфира будут ответы на вопросы. Естественно, на эту тему не будем слишком далеко уходить, потому что на следующей неделе у нас будет ламповый стрим, в рамках которого мы ответим на все форматные вопросы. А сегодня у нас будет тема именно про часы. Ну что ж, потихоньку присоединяемся. И я начинаю рассказать про ту тему, которую мы оставили, большую львиную долю оставили второй части. Вообще, технологии клоков – это очень такая э, тонкая тема, о которых, если вы поищите в интернете информацию… Будете найти очень такие либо противоречивые факты, либо о том, что типа это для записи нужно, либо будет такая надпись, что, например, клоки нужны в тех студиях, где есть железные компрессоры и эквалайзеры. Если вы не используете железные компрессоры и эквалайзеры, либо у вас нет аналогового пульта, то, соответственно, вам клок в принципе в жизни не нужен и зачем его покупать. На самом деле это все заблуждение, и сегодня мы разберемся, зачем нужен клок в каких задачах он справляется и как ведет себя саундкарта с, с помощью клока и без в первой части я рассказал про мое новое приобретение потому что Tnmx я мечтал очень давно и когда он попал в мне руки я был дико рад потому что это девайс который вот реально поменял все что я представил а, а оцифровки аналогового сигнала и так далее. Что же оно из себя представляет? Что же такое клок? Представьте такую ситуацию, что существует аналоговый сигнал, да, и аналоговый сигнал пытается захватиться с помощью цифрового прибора, например, саундкарты. Тот процесс, который занимается саундкарта, карта, это называется оцифровкой. Во время этого процесса происходит огромное количество вещей, о которых вы, возможно, не догадываетесь. Например, есть такой, такой термин, который называется джиттер либо фазовые шумы. Что это значит? Представим э, вот такую ситуацию, когда у нас есть обычная синусоидальная волна. Что происходит, когда у нас сканируется эта волна с помощью э, цифровых э, чипов, да? Э, Сразу конвертеры вставляют точечки и пытаются по двухстороннему оси определить точки, да, чтобы определить э, в расстоянии этого этой волны. А мы знаем, что в компьютере не существует идеального синуса, и, естественно, это математика, и самое короткое расстояние между двумя точками – это прямая линия. Соответственно, кодировка происходит по такому порядку. Что же обозначает э, из себя процесс клокинга? клод генератор вообще существует в любой саундкарте, в любой. Либо оно имеет э, хардверное устройство, в основном это гибридное, потому что компьютер помогает саундкарте. Вот здесь нужно подчеркнуть очень важный фактор. Например, если ваш компьютер без, с помощью саундкарты без наличия железного клока, не справляется с проектами, то подключение железного клока, возможно, вашему компьютеру добавит еще 30-40% производительности работы проекта. Потому что изначально компьютер уже не занимается определением сэмплных точек сэмпл-рейтов, фазовых различных компенсаций и прочих вещей. То есть этим занимается генератор. Соответственно, в таких случаях, когда вот я... Вот тестил uh, tenomax первое вау удивление было то что он в очень сложном проекте в тяжелом проекте да ну в, например протулсе в когда вот я нажимал play и у меня воспроизведение там 128 он еле-еле справлялся при подключении клока uh, в 128 sample rate у меня вся эта проблема исчезла то есть это первое то что хочется подчеркнуть компьютеры изначально которые uh, работают с различными саундкартами. Саундкарты внутри себя представляют э, девайс, который имеет чипы, а да конвертеры которые конвертируют аналоговый сигнал в цифру. Внутри саунд -карты существует гибридный клок, который работает на движке саунд-карты, помогательной программы с помощью драйвера. И, соответственно, с помощью USB, кроме того, что компьютеру передается цифровой э, сигнал э, дв двумя порядками: входы и выходы, да, то есть записывается, например, сигнал через микрофон, этот передается, либо выходы воспроизводятся через мониторы. В этом случае мы получаем такую ситуацию, что компьютер еще э, с помощью своего процессора пытается контролировать работу этого клока. И некоторые саундкарты по звучанию, почему так ярко отличаются друг от друга, да, почему некоторые э, музыканты говорят, что вот, вот армия вот звучит так, и универсал аудио вот так, антилопа вот так, потому что встроенный клок их разный, и, соответственно, когда вот э, мы говорим про э, разные встроенные клоки, это значит, что происходит разное звучание. Так что же происходит внутри этого клока? Что же супер особенного, что э, так отличается звук? Для того, чтобы это чуть-чуть разобрать более детально, я сегодня подготовил для вас очень э, непростой материал, но я думаю, что все мы вместе с этим справимся. Во-первых, есть два фрагмента, о которых хочется подчеркнуть, и об этом вы информации, опять же, нигде не найдете. Ну, либо найдете в слишком узкоспециализированных источниках. Начнем по порядку. Есть два показателя снятия э, амплитуды волны. Первый показатель это процесс джиттера. Второй показатель это, э, так сказать, фазовые шумы, которые появляются за счет сканирования аналогового сигнала. Представьте такую ситуацию. Мы имеем микрофон, который подключен к саунд карте, и воспроизводится звук, вокалист поет. Да? Саунд карта пытается это превратить в цифру. Тот процесс, который э, за доли секунды он пытается ставить точки, вот видите, то есть вот этот процесс это называется джиттером между э, вот этими сэмплами. Это настолько маленькое расстояние, что на первый взгляд вы можете подумать, что то есть это очень реально короткое расстояние. То есть, если вы э, попробуете глазом э, посмотреть материал, который записан э, с помощью клока и без, да, вот это два файла. Верхний файл используется встроенный клоку саундкарта, нижний файл это вспомогательный клок, с помощью которого записан. Если слишком приближать этот аудиофайл, то вряд ли вы заметите явную разницу между циклами записи этой это аудиокартины. Но по звуку они реально очень сильно отличаются, и мы скоро разберемся, где происходит это отличие именно. Давайте переключимся к нашему PDF-файлу. Да? То есть это называется Jitter. Это процесс, который именно э, обеспечивает заточность э, синхронизации цифровых точек в аналоговом сигнале. Соответственно, если этот Jitter происходит либо раньше, либо позже, э, происходит некорректная запись. То есть, например, в аудиозаписях вы можете встречать, э, вот если слишком приблизить, да, э, вы можете встречать такие линии, вот давайте сейчас поближе сделаю, когда между двумя точками вот во время записи, если слишком вот ближе вы будете сделать свои аудиозаписи. Между двумя точками какая-то линия, она слишком вот такая резкая. То есть как будто шелчок здесь не происходит, но связка этих э, точек происходит неправильно. Это, например, ошибка данного клока. То есть то, что вот встроенный клок не справился с звукозаписью, и, соответственно, из-за каких-то э, сторонних причин он э, не сделал ту коррекцию, которая нужна. Второе то, что называется то, есть, то, что обеспечивает не будем слишком так сказать, копаться в таких профессиональных литературах, но второе то, что, чем связано например, процесс джиттеринга джиттеринг может привести к тому, что например, тот же самый вейв-сигнал, аудиосигнал который записан 4400 даже э, в разных с помощью клока и без, они реально могут отличаться. И представьте аудиосигнал который был записан с помощью артефакта джиттера, и вы его пытаетесь тюнить с помощью автотюна, да? происходит перекодировка, либо вы пытаетесь его поправить с помощью программы Revoice Pro, либо вы пытаетесь поправить его с помощью каких-то экстернальных программ, не знаю, изотоп, RX и так далее, у вас происходит утрирование данной проблемы, потому что у вас есть цифровая ошибка, которая приводит к тому, что звуковой сигнал становится более некачественным. То есть клок именно это процесс, который... В саундкарте заставляет правильно фиксировать точки в определенном сэмпл-рейте и э, заставляет его избавиться от огромных количества фазовых э, искажений и э, некорректных э, определений точек самого джиттера. Теперь давайте переключимся в процесс самого клокинга, что оно из себя представляет и так далее. Друзья, нас смотрит очень много ребят, лайков очень мало, давайте поддержим лайками, потому что тема реально очень интересная, я буду максимально, так сказать, до конца рассказать, к чему я пришел. NMX из себя представляет два типа клока. Uh, это а атомический клок, атомик рубидиум клок и обычный uh, клок, например под названием оси X. Внутри оболочки, то есть теномакса, входит атомик клок и оси X клок. То есть я в обзоре рассказал, что задней части, если внимательно посмотреть данный инструмент, да, можно внимательно заметить, вот, что вот эта часть, которая вот здесь существует, это Atomic. то есть это первая часть клока. Вот где существует word clock out, spdif, as и так далее, это вторая часть, это второй тип клока, которая является просто обычным клоком, технология AFC, которая позволяет, например, работать в более э, высококачественном разряде. Что из себя представляет, почему такое странное название атомик рубидиум клок? Что же оно из себя представляет? Это термостатический клок. Чтобы понимать, что такое термостатический клок, в працах, под представьте э, девайс, в котором э, существует внутри э, лампа специально. Ну, представим да, такую задачу. И существует кристалл. Лампа греет кристалл. И вот внутри этого кристалла работает осциллятор, который пытается правильно сканировать в 10-мегагерцовом порядке э оцифровку. Соответственно, в данном случае, если мы посмотрим э рекомендации данного девайса, то здесь написано, что э когда мы его используем, да, при использовании здесь, э сейчас найду, э вот, э написано, что где-то где 8-10 минут он должен оставаться включенным для того, чтобы прийти в определенную температуру. То есть сам клок греется около где-то до 62-70 градусов. Сейчас объясню, почему выбрана именно данная цифра. Для того, чтобы в этих температурах обеспечить более стабильную работу клокинга. Почему греется именно от 60 до 70 градусов? Потому что на планете Земля нет такой точки. В реальном, да, если это даже хоть будет Египт самый жаркий сезон, где, э, например, температура может э, повысить 70 градусов. То есть специально эта система ламповой печки, которая существует внутри, да, она греет. Если нужный момент это повышает нужную температуру, она просто временно отключается и это э, опускает диапазон. Данный глок стоит сумасшедших денег просто. Э, и реально он стоит своих денег, об этом поговорим позже, но. Речь не о том. Речь о том, что данная сумма, которая здесь представлена, она неспроста, потому что, э, во-первых, этот клок не имеет, э, так сказать, конкурентов. Во-вторых, этот клок из себя представляет самый высококачественный, точный клок, который существует в мире. Э, здесь просто есть одна загвоздочка, о которых вам стоит узнать. Если, например, вы юзер, э, так сказать, армии э, Soundcard, Apple G и прочих-прочих саундкарт разных компаний, то, соответственно, покупая 10MX, у вас не будет 10-мегагерцовый клок. То есть у вас не будет протокола Atomic, потому что он э, с такими картами не работает. То есть данный протокол только поддерживается опри... не всеми картами Antelope Audio, с определенными картами про э, серии Antelope Audio. Например, Arion Studio не поддерживает Atomic Clock. Ну, например, Pure 2 поддерживает, например, Arion 32 плюс GN3, HD, серия Goliath поддерживают и так далее. Соответственно, получается, что э, данный КЛОК можно использовать э, с помощью ихних э, девайсов, э, и ни в коем случае не нужно думать о том, что, например, приобретая этот КЛОК, э, вы полностью можете использовать любой картой. Обязательно нужно посмотреть сторону интерфейсов, которые поддерживают 10-мегагерцовый протокол. Когда КЛОК подключается к компу, то есть у них сама есть, есть маленькая такая программочка, с помощью которой э, происходит... Э, Настройка, так сказать, ресурсов. Oven это внутри э, греющий кристалл, а Wordclock режим это обычный Wordclock э, генератор. То есть здесь можно предпоставить, например, 44 100, естественно, clock на себя будет взять э, работу э, этих параметров. Стоит он своих денег? Давайте разберемся для, по, по порядку. Э, для начала скажу, что это стоит в тех случаях, если у вас есть э, первое. Хорошая студия, хорошая акустика и вы занимаетесь профессионально мастерингом, сведением и звукозаписью это очень важно. Потому что если вы не имеете такие задачи, то в данном случае, покупая TMX это бесполезная, например, трата денег. Вы можете посмотреть в сторону более расслабленных вариантов клоков, например, оси XHD, который полностью, например, вот если вы приобретете оси XHD стоимостью, ну, такой суммы, не знаю, сколько будет в нашем регионе, это нужно уточнить у магазина, будет стоить, подключая любой карте, которая поддерживает протокол, например, Word Clock, да, здесь есть много входов. Можно по AS передавать, можно через SPDIF передавать и так далее. Вы можете, например, свою э, карту э, из серии Arame, из серии Apogee или из серии, там, не знаю, Universal Audio просто прокачать вверх в плане качества. Что происходит? Когда вы подключаете данный клок вот таким саундкартам, да, от разных компаний, отключается встроенный клок у этой компании и включается экстернальный клок. Что вы получаете? Более качественный джиттер. Вы не получаете джиттер, то есть вы записываете более качественный сигнал. Вы избавляетесь от огромного количества шумовых артефактов, которые могут записаться во время цифровой записи. Мониторинг у вас внутри программы меняется. Кстати, про это я еще приведу очень яркий пример. И производительность процессора. Опять же, повторяюсь, этот клок способен ресурсы вашего компьютера отгрузить от 20 до 30 процентов. То есть изначально саундкарта, которая занимается просто тем, чтобы просчитать сэмплы, чтобы воспроизвести, э, как-то сделать синхронизацию и прочие-прочие вещи, с помощью этого клока она больше не занимается этим процессом. И естественно, вы можете открыть больше количество плагинов и использовать больше ресурсов. То есть то, что для меня было вау-эффект. Кроме оси XHD здесь представляется у нас еще Trinity. Trinity — это более, э, так сказать, э, углубленная версия. Почему здесь цена более большая? Потому что у Trinity три независимых клока. Клок первый, клок второй, тр клок третий. Э, зачем это нужно? Например, тот же самый OSX одновременно может нескольким устройствам дать клок. Но в случае Trinity вы можете использовать три разных сэмпл-рейта. Например, э, низкий сэмпл-рейт для какого-то одного девайса, высокий сэмпл-рейт для другого девайса и такой какой-то супер высокий для э, остального девайса. Теперь создается у людей вопрос. Э, представим такую задачу. 192, окей, хорошо, мы это видим в программе. А зачем 384? Да ладно, а зачем 768? Еще мы не говорим о 10 мегагерцовом клоке. То есть зачем этот sample rate? На самом деле этот sample rate происходит э, не нужен для того, чтобы вы в программе записали. Этот sample rate нужен для того, чтобы чипы внутри конвертера при образовании цифрового, аналогового сигнала в цифру работали более корректно. Вы знаете, что в природе не существует такого понятия, как sample rate. В природе существует идеальный синус. Все типы волн, которые вы знаете, например, пила, э, треугольник, суперпила и так далее, таких волн в природе не существует даже пила является синусоидальной волной. Просто в компьютере невозможно это привести в цифру, потому что есть проблема в хранении мест, места, то есть экономии места. Когда вы вставляете, то есть когда вы хотите получить более больше точек, естественно, вам придется, так сказать, повысить sample rate, он будет занимать больше места. Но опять же Точки компьютера вставляются, то есть аудиосигналы рисуются вот так, вставляются определенные точки, которые имеют x, y позицию, соответственно, связываются эти, эти точки с помощью прямых линий и получается у нас в диаграмма аудиограмма. Естественно, чем выше у нас получается симплер, тем больше вставляются эти точки и у нас э, получается более детальный сигнал. Но это не значит, что качественный, потому что с помощью клока можно даже 44-100 кГц записать более качественно, э, которая позволит вам решить много задач. Вот Trinity из себя представляет три варианта. Что еще здесь осталось? Ну, еще вот Live Clock. Live Clock больше для концертных э, задач предназначена. Например, он очень классно себя ведет с различными концертными пультами. Например, у вас есть CL5, не знаю, хит любой концертный пульт, он имеет World Clock входы и цифровые входы. Вы просто его подключаете и сразу меняется звучание самого интерфейса, потому что концертный пульт это тоже большая саунд-карта, которая имеет вот такие возможности. Теперь, если вот вкратце сказать, если вот 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 реально, вот фанат вы, как я, вот, вот сумасшедший человек, например. Вы можете копить на TNAX, потому что это, во-первых, не, э, не зря потраченные деньги, потому что вот сейчас я вам покажу, что он вам дает, что он вам будет дать. Э, если у вас нет девайсов Antelope Audio, вы хотите просто прокачать свою саунд-карту, у вас есть старая саундкарта, у вас нет желания купить новую саунд-карту от Antelope, У вас просто нужно сделать его лучше. Вы просто покупаете вот этот девайс и просто до конца жизни э, так благодарите меня за то, что я вам открыл глаза. Потому что эта карта, во-первых, уменьшает э, ресурсопотребность на ваш центральный процессор. Во-вторых, вы пишете более качественный сигнал. Теперь, друзья, более детально. Какие эксперименты я провел? Почему этот стрим тянулся очень долго? Потому что мне нужно было тестить, мне нужно было крутить. Я не верил, я сделал это тысячу раз, я менял порядки, я разрабатывал сейчас схему, с помощью которого я вам покажу, как два файла могут отличаться друг от друга. Верхний сигнал, которого вы видите, это принт с помощью саундкарты Orion 32 gen3. Здесь используем просто сама саундкарта. Что такое принт? Вкратце их объясню, чтобы было понятно. Когда я свожу проекты, да, то есть я не экспортирую. Ну, про это, если интересно, потом отдельно мы поговорим э, в других стримах, да, я создаю аудиодорожку, в которую коммутирую весь мой премастер и в реальном времени записываю сигнал. Просто внутри секвенсора. После того, как я в реальном времени его записываю, потом превращаю его в вейв файл. Теперь, что я сделал? я записал внутри программы два сигнала, два файла, два полноценных файла от начала до конца. Если вам интересно, в конце этого стрима создам ссылочку и под описанием этого видео поставлю эту ссылочку для того, чтобы вам было легче сравнить, чтобы вы смогли скачать и сравнивать вот эти два файла. У нас есть два аудиофайла. То есть Первый файл записан с помощью, опять же, повторяюсь, встроенного клока саундкарты. то есть здесь нету никаких дополнительных девайсов. Второй файл записан, опять же, та же самая саундкарта, но используется в клок, то есть инструмент, который управляет э, кодировкой, то есть тот же самый файл. Давайте послушаем кусочек. Смотрите, это э, без клока. А это с клоком. Hands, you. You like other... secret... На первый взгляд вроде бы по трансляции ничего не происходит. Давайте сделаем эксперимент. Что произойдет, если два идеально похожих файла добавить друг на друга? То есть, если я сейчас включу сверху вот этот файл. Правильно, он будет увеличиваться по громкости, потому что все суммируется. И теперь мы знаем, что мы находимся в цифровой среде. Если вращать фазу из любых этих файлов, то мы должны получать математически ноль. То есть у нас не должно быть звука, правильно? То есть, например, я сейчас открою специальный плагин, с помощью которого у меня будет произойти вращение фазы. Смотрите. Я вращаю фазу, но остается звук. И давайте послушаем. Это именно то, что отличает сигнал, который был записан с помощью клока, и сигнал, который был записан без клока. То есть это именно разница. Это именно те частоты, которые не существуют в сигнале. Послушаем еще раз. Смотрите, это не просто какие-то шипяющие высокие частоты, это нормальный частотный спектр. Давайте еще э, я вызову сюда анализатор, чтобы вам было э, намного легче э, разобраться. Вот, откроем прок. Смотрим на картину. Вот видите, какая разница? Вот, вот этих частот, вот этого спектра, не было до клока. Теперь создается вопрос. Хорошо, там, ара, мы знаем, там у тебя задержка, сэмплы не совпадают и так далее. Я про это тоже подумал и давайте сделаем, раз уж мы решили сделать э, супер эксперимент, э, я сейчас покажу, что это идеально похожих два синусоидальных файла. Вот, то есть, чтобы чтобы вы понимали, здесь нету э, сэмплной задержки. Да. Кодировка отличается. Если внимательно посмотреть на картину, я сейчас буду чуть-чуть утрировать, для того, чтобы э, вам было более понятно, с клоком и без. И вы, возможно, заметите э, разницу между двумя переходами в некоторых местах. Но я сделаю получше. Есть такой плагин, который называется AutoLegion. Это контора э, SoundRedix, о котором мы говорили в прошлом стриме. Теперь мы откроем AutoLegion. Как работает данный плагин? Открываем первый плагин на... Uh, сигнал, который был записан с помощью Ориона. Uh, и открываем второй плагин, который был записан с помощью экстернального клока. С первого плагина включаем Send первый, здесь Receive, принимаем сигнал. И что мы делаем? Фазовую задержку и нажимаем Detect. Ноль. Не может быть такого. Еще раз. Опять ноль. Почему? Ну, значит, плагин не работает. Нет, друзья, давайте <сёк _> сделаем эксперимент. Я специально для этого подготовил вот такой венженсовский луп. Представьте вот такой луп. Я сейчас буду копировать еще один такой луп. Что будет произойти? Правильно будет утрироваться сигнал. Ноль <сёк _> сэмплов. А что будет, если я сейчас эээ, буду его один сэмпл двигать по такту? Давайте это сделаем, отключим. Картину вот сделаем вот так Нет, давайте так, чтобы Чтобы не было заметно вот Сделаем вот так Чтобы еще не харусило И без разницы Все А теперь смотрите Сканируем еще раз 40 сэмплов. Задержка есть. Все. То есть получается, что в данном случае мы не ошиблись по, по сэмплингу. То есть у нас два идентичных цифровых файла. Мы знаем, что внутри компьютера цифровой звук, если записать 1200 раз внутри программы, это будет тот же самый цифровой звук. Я этот эксперимент сделал несколько раз. Я не верил. Я делал очень много раз. Но получилось то, что получилось. Получилось так, что внутри компьютера точно цифровой звук до с тех пор, пока не включается TNMX. Когда мы включаем TENOMAX, мы получаем тот же самый файл. У него нету никаких сэмпловых задержек, у него нету никаких фазовых задержек, и у него никаких проблем нету. Но это другой аудиофайл, более насыщенными высокими частотами, более насыщенными средними частотами, и как будто спектр становится другим. И если, например... Сравнивать его с разными, так сказать, примерами можно. Вот этот, эту процедуру можно проводить очень долго. Теперь объясню, зачем я к этому пришел и почему я вот решил все-таки его иметь в наличии и использовать. Во-первых, я использую огромное количество ну, разных, так сказать, ну приборов. Ну, железных которые могут использоваться во время мастеринга либо они могут использоваться во время сведения и мне нужно так делать так чтобы кодировка цифрового сигнала э, так сказать э, произошла более чисто это первое второе звукозапись в третьих э, даже для сведения, Часы, вот клок реально, это супер важный и супер удобный инструмент для того, чтобы решить э, огромное количество задач. То есть вот как-то так, друзья. То есть это реально мой опыт, то есть э, который я сделал и получил вот, вот такие вот результаты. То есть на самом деле под описанием этого видео, я, я знаю, что это трансляция YouTube, и возможно вы не можете по YouTube оценить разницу без клока и с клоком. Я просто закину два вайфайла, которые были записаны с клоком и без клока, и вы просто будете уже, так сказать, сделать свои тесты и, так сказать, сделать свои выводы. Вот как-то так. А, ты, а сейчас мы имеем то, что мы имеем. Так, друзья, я думаю, что про тему, то, что я хотел рассказать, я все рассказал. Давайте уже переключимся к вопросам. Я думаю, что вопросы именно по теме, потому что я хочу, чтобы сегодня мы поговорили именно про часы. Для того, чтобы было удобно и мне, и вам, я сейчас сделаю такой вариант. Я выведу сюда чат. Так, друзья, вы у меня... На страничке. Так, ну давайте да давайте начнем. Что у нас здесь? Так, в общем. Так, нет, про Nexus и про прочие вещи у нас будет ламповый стрим в ближайшее время на этой неделе. Мы обязательно это поговорим. Не, 4000 Кей, но ну, почему ты сейчас думаешь, что тебе нужен 4000 Кей? Я показал там э, то есть, инструмент, который называется OCXHD, и который э, стоит гораздо, э, так сказать, дешевле. И в твоем случае это будет решать задачи. Тебе не нужно потратиться на это по полную, на полную, так сказать. Э -э... Так, 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 так. Я, конечно, извиняюсь, что люди, которые э, держат студию, студию и будут покупать э, эту железку, я думаю, они не будут смотреть этот стрим, а им подскажут профессионалы, э, которые работают очень долго и имеют большой опыт э, применения. На нем просто. А вот, Игорь, на самом деле не так, потому что очень много профессионалов об этом ну, просто ничего не знают, честно тебе скажу. Я, когда вот стал изучать эту тематику, во-первых, в, нашем, в нашей индустрии, когда вот я спрашивал каких-то коллег, все говорили, да, это для записи, для это для преампов, это для того, чтобы просто хорошо записать вокал, чтобы пульт работал, чтобы сэмплы совпадали и все. Вот я получал вот такой ответ. А когда вот я смотрел зарубежных звукоинженеров, например, там Джейсона, когда я смотрел, например, то же самого Грег и так далее, я видел, что эти ребята реально хвалят и говорят, что это сердце их не студии, на основе этого инструмента работает, так сказать, вся цепочка их не студии. Поэтому я могу смело тебе сказать, что большинство даже профессионалов, даже я до последних времен не знал о, о том, как это все работает, и настолько глубоко не, не было возможности это все изучать. Э -э так, дальше. Я даже на ноутбуке разницу. Да, да, ну нет, понятно, что с тренированным слухом сенсорика можно и на ноте услышать, но в любом случае я поставлю аудиофайлы, потому что э, я, честно говоря, постарался этот тест сделать более чисто и максимально правильно для того, чтобы вы смогли это сравнивать. Э, какие более доступные клоны можешь советовать? Э, классный вопрос, давайте буду э, посоветовать какие-то клоны. Давайте переключимся в Тома. Uh, есть несколько вариантов, которые можно посмотреть от разных контор. MyTech uh, и Black Lion. Ну. Вот здесь вы видите очень большой прайс, который вам вообще не нужен. Если посмотреть более самую такую доступную версию, она всего лишь поддерживает sample rate выше 128. Соответственно, я настоятельно советую OSX, который внутри имеет осциллятор, который поддерживает 768 кГц. То есть чем выше, у него выше производительности. Есть контора Black Lion. Сейчас покажу. Вот Black Line Clock. Вот есть такая компа компания. Uh, я думаю, здесь мы найдем. Свитвателя найдем. Mm -mm 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 -mm. Так. Это, это не тот клок, который нам интересует. Посмотрим Black Line Clock. Вот оно. Вот микро клок. Есть вот такой. 100, 100, 100, стоимости опять же где-то около 1000 долларов но опять же этот клок проигрывает по своему sample rate, потому что у него опять же внутри здесь не важно опять же говорю в любом клоке вы поставите например то разрешение в котором вы работаете 4400, но очень важно как внутри генератор работает то есть естественно если максимальная его производительность 384 кГц если у вас есть выбор там купить вот этот прибор либо купить вот этот прибор э, с таким э, производителем Чисто, естественно, лучше взять вот такую э, схему. И еще я помню, кто-то там в прошлом стриме под комментарием написал Apple G Big ben. Э, Давайте вот про него тоже расскажу, чтобы у всех вот полностью, э, так сказать, э, в представлении исчезли. Во-первых, AppG Big Ben это очень старая технология. Это очень старый клок, который максимально sample rate, который он внутри своей, своего осциллятора может поддерживать, это 192 кГц. Всё. То есть, естественно, даже он проигрывает Black не говоря о, о других более высоких конвертерах MyTech, Например, вот как-то так. Соответственно, из самых доступных вариантов, которые я искал, это, вот, например, опять же OCX. Скажу по секрету, почему антилопа, почему они вот так монополисты. Потому что когда я был в Болгарии, я был в гостях, не знаю, многие, если кто-то следит за моим инстаграмом, за они там увидели маленький такой видеоотрывы, когда я там у них был в гостях. Основатель компании Игорь, наш соотечественник, рассказал о том, что секрет их карт скроется именно в том, что у них очень высококачественные клоки. То есть почему вот, например, многие покупая какие-то дискреты, зентуры, орионы, говорят, Вау, очень классно. Потому что уже внутри самого дискрета есть очень классный клок. Внутри самого зентура есть очень классный клок, который решает эту задачу. Конечно, если человек имеет зентуры дискрет, если он дополнительно купит HD, это, естественно, повысит планочку. И саундкарта будет звучать 3-4 раза лучше. Но, естественно, все это зависит от припочтений. Вот как-то так. Вот альтернативы, вот как такие. Так. Сначала переварить. Ну, инфа, инфа сложно, потому что ну, я максимально постарался вот объяснить просто. Я не э, решил сегодня не подемонстрировать вам э, систему Рубидевого кристалла, как греется, э, как используется там внутри Цезии, как это все э, преоза, преобразовывается, тепловой луч, как это все, потому что это очень сложная технология. Я пытался очень легко объяснять вам, как это все работает. Так, насколько будет сильная разница между клоном ARAME UFX и внешним клоком старой серии Antelope? Разница будет очень сильная сенсориком. Ты заметишь две разницы. Первая разница это производительность твоего компьютера. То есть, если, например, ты видишь, что у тебя в лоджике или в любой программе, то есть у тебя процессор нагружен очень сильно, потому что он, кроме того, что обеспечивает работоспособность плагинов, он еще поддерживает, например, э, так сказать... Сэмплы, и задержки и прочие вещи. В этом случае ты увидишь 20-30% прироста производительности самого твоего процессора компьютера. То есть, ты удивишься, сложные проекты, которые у тебя еле-еле воспроизводятся, ты подключаешь клок, и они просто летят, так скажу. Потому что ну компьютер уже ничем беспокоится, сэмпл рейти вообще. С точки зрения качества записи, говорю тебе так: уровень конвертеров вырастет очень сильно. Вот, я не знаю, здесь Александр сейчас смотрит нас по стриме или нет. Он один из тех ребят, который порекомендовал я приобрести. Он подключил именно на Араме, и у него разница вот реально очень большая. Если Александр, тут пиши в чате. Когда будет новая часть в Озоне? Ребята. Честно сказать, есть в планах сделать стримы по мастерингу, так что посмотрим. Очень интересно, то тут спасибо, спасибо, спасибо. Вот, например, ну, опять же, этот клок, вот, это, это более старое поколение, потому что оно входит, по-моему, в Legacy девайсы. Давай посмотрим. Так, 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 так. Так, Инса. Где он? Где у нас Легаси Клоки? Ну вот. Ну... Сейчас посмотрим, какие у него показатели. Но ну, здесь максимально сэмпл 192. Но опять же, если за хорошие деньги предлагают, я думаю, он лишним не будет точно, потому что он реально повысит производительность. Да вы можете взять, ребята, я не знаю, если у вас как, каких-то знакомых есть, вы можете взять на тест, либо вы можете спросить у дилеров, в точном магазине есть какие-то тестовые стенды, которые можно посмотреть. Вот реально разница очень большая. Экскурсия по студии. Румтур тур сделаю сделаю ребята вот в планах есть обязательно сделаем просто сейчас я сейчас нахожусь в более активном процессе стройки нового мастерингового рума когда закончим я обязательно сделаю рум тур именно в этой комнате расскажу как это все произошло даже сделаем стрим расскажу детально как все было сделано по акустике и по прочим прочим вещам если это интересует для чего внутри клока осциллятор? Осциллятор — это генератор, который генерирует с точки сэмпл То есть это специальные типа мозги клока, которые типа генерируют, так сказать, потоки, которые обеспечивают за кодировку. То есть для этого и нужен. Это внутри называется осциллятор. Это не тот осциллятор, который мы привыкли в синтезаторах видеть. В электронной музыке выигрыш в этом плане. Ну, мониторинг станет лучше, мониторинг будет более качественным. То есть, у тебя звук будет воспроизвестись э, более детализированно. Я не могу э, сказать, что э, без клока хуже, но с клоком, вот честно говоря, вот. Ты слышишь именно западный звук? Ты понимаешь, почему, например, в зарубежных студиях люди вот просто двигают одну эквализацию, вот просто поднимают одну точку, у них все звучит классно. А ты вот крутишь, крутишь тембр и понимаешь, что ничего не происходит это одна из э, вещей. Вопрос есть карта мантилоп? Если -ка, все-таки лучше посмотреть в сторону дискрет 4, вместо 8 э, или твин? Inkvox. непонятно вопрос. 4.8 вместо Babyface и Twin Vox. А, почему посмотреть в сторону Discreet 4.8 или Babyface Pro? 4. Объясню. Очень простой. Вот как, как я определяю, да, вот карту. Ну, во-первых, качество звучания это понятно, уже мы тысячу раз говорили. То есть, если кто-то не верит, можете пойти в магазин, взять там демо юнита, есть потестить. Первое то, что я всегда рекомендую, это посмотреть физические возможности. Сколько входов, сколько выходов. Дискрет 4 имеет 4 входа, 4 выхода. Сейчас многие скажут, не, два канала достаточно, я пишу только вокал. Нет, недостаточно, потому что к тебе когда-то придет э, э, человек... Э, с гитарой, с клавишным инструментом, и тебе не будет достаточно. Это наличие четырех входов, это наличие полноценных четырех выходов, это наличие, так сказать, расширения еще с помощью адатов где-то около восьми каналов дополнительных, если у тебя будет конвертер. Это наличие э, четырех э, наушниковых высококачественных очень громких преампов, которые позволят тебе одновременно и тебе мониторить и дать еще второму наушник вокалисту, еще третий наушник ты можешь дать человеку, который с вокалистом пришел в студию, чтобы он тоже послушал, что творится во время записи и так далее. Либо ты записываешь гитариста, там, клавишника или вокалиста одновременно. Это наличие DSP-процессоров без задержки, то есть в случае BBFS а их отсутствует. Единственное, Universal Audio может предлагать, но за такие деньги Universal Audio опять же не может ничего предлагать хорошего. Потому что за 1000 баксов ты купишь девайс, у которого меньше входов, меньше выходов на наушники, естественно, и плюс ты будешь иметь, так сказать, меньше возможностей решения, потому что там, например, урезаны адат и так далее, если мы имеем в виду Аполлотвин. Так, друзья. Да. Короче, вот-вот-вот-вот-вот, очень правильно подвод. Короче, э, есть вариант приобрести ОС XHD и не обновлять карту. Да, если у вас есть RME, если у вас есть APG, и вас устраивает ваша карта по физическим возможностям, вас не интересуют никакие DSP протоколы, вам э, не интересны никакие там Synergy Core, какие-то автотюны, какие-то дополнительные и процессоры, то я настоятельно советую э, просто обновить клок и не париться в плане карт, потому что что клок даст вашей карте новую жизнь, и, естественно, он будет звучать намного круче. Если вы посмотрите любую студию зарубежную, вы увидите, что везде есть клок. Несмотря на то, что даже люди не используют железного гира, в любом случае существует клок. Как ты в Инстаграме называешься? Под описанием этого видео есть ссылочки, есть ссылка на Инстаграм, ты можешь через эту ссылку переключиться и подписываться. У дискрета разница от шума. Ну, естественно, физические показатели у дискрета реально высокие. Не, на самом деле мне, э, честно вам скажу, ребята, мне без вот э, вообще полностью, без разницы там, выберите RMA, Universal Audio, Antelope. Я просто предлагаю то, что сейчас существует э, более хорошее предложение. Пример, э, вот сейчас я вот в домашней студии, если чтобы для вас было пример, вот я использую дискрет для стримов и так далее. Это очень удобно, это очень качественная карта и для домашних задач лучше этой картой э, не существует так сказать э, когда видео будут по фазам э, как они могут помочь э, видео по фазам в планах есть э, и с, я думаю что в ближайшем будущем обязательно мы сделаем Получается разумно купить их э, стабильность драйверов, э, добавить к нему хороший внешний клок, к, чем учиться явно сырым софтом антилопом. Ну, не знаю, если стабильность драйверов, э, в моем случае, опять же говорю, я вот это, про эту тему мы трогаем каждый раз, Стабильность драйверов это такая тема, что м, то же самое: да, ребята работают, кто-то работает на Windows, кто-то работает на MacOS и так далее. Кто-то жалуется, кто-то нет. Я честно говорю, у меня проблем нет. Вот я вот веду столько стримов, да. Я транслировал стрим с помощью Зентуры, я делал стрим с помощью Дискрета, я делал стрим с помощью Ориона. Все карты, которые мне присылались на обзор, на распаковку, Я потом возвращал их в компанию э, для видео, да. В любом случае, эти все карты у меня пробывали очень долгое время. Я делал там часовые стримы, двухчасовые, трехчасовые стримы с помощью этих карт. И не было одного случая, когда вот э, у нас что-то произошло. То есть, карта зависла, какие-то проблемы произошли, ту-ту-ту. То есть, я таких проблем не встречал. То есть, я не говорю, что у меня специальный софт, у меня такой же софт, как у всех. Почему зависает софт? Это либо система, которая кривая, либо ну, Windows, опять же, на Windows я не знаю, как там работает, на MacOS все работает замечательно. В моем случае я никаких претензий к компании не имею. Единственное... Кому интересно, на Каталине пока что. Ну, кроме антилопы, огромное количество компаний начинают протулся, Авида заканчивая многими компаниями. Не рекомендуют перейти, потому что там ну, тупо нету драйверов, либо софт не оптимизирован. Я думаю, что в ближайшее время мы получим э, эту оптимизацию. Вот, ну, видите, вот э, ребят пишут, что с дискретом не было проблем. У кого-то есть проблемы, у кого-то нет. Понимаете, э, компьютер это такая среда, то есть программы и прочие вещи. Например, вот был один человек, там стучал грудь, что, блин, у меня карта глючит, я не могу работать, у меня отваливается карта и так далее. Э, мы с, я помог ему связаться с саппортом. Оказалось, что Человек установил сетевой блокиратор на компьютере, на macOS, и я удивился, как у него может зентур глючить, просто вот я такого не видел вообще. Э он установил сетевой фильтр, блокиратор. А сама система вот, работы карты, она работает через систему серверов, то есть она всегда в реальном времени подключена антилоповским э сервером для того, чтобы качать э нужные апдейты и прочие вещи у человека вот произошла вот эта блокировка. То есть каждую минуту он открывал, программа видела какую-то антилоп делает запрос серверу, отключал его, и, естественно, карта зависала. опять же, причем тут антилопа, непонятно. Человек установил сетевой блокиратор. Был случай, когда антивирус просто пытался блокировать вход в интернет, потому что система просила. Были случаи с фарволом связанным. Были случаи, когда вот человек, опять же, жаловался на стабильность. Оказывалось, что у него в Windows там, питание по драйвершине USB не стоит Legacy, соответственно, электропитание попадает неправильно, и карта просто отваливается и так далее. Поэтому э, такие проблемы для того, чтобы решить, нужно, во-первых, связаться с саппортом. Я вот более адекватного саппорта в жизни не видел, потому что вот они реально очень быстро отвечают в рабочий день. У них есть система подключения TeamViewer, то есть они подключаются к тебе к компу и пытаются решить вопрос. Если, опять же, вопрос не решается, если как, вот реально существует э, какая-то проблема, которая не решается, в России уже у них есть даже сервис-центр, э, который просто принимает. Если карта ремонтируется, она делается, там делается ремонт. Если э, нет... Э, то вам поменяют, отдадут новую карту, если вы находитесь в сроке гарантии. Так что даже никакая компания на территории России не имеет таких возможностей, как сейчас нам представляет Антилопа. Вы можете сходить в магазин United Music в Москве, у них есть демо-юниты. То есть вы можете там потестить, вы можете, ну, естественно, за специальные условия, вы можете взять на 2-3 дня себе студию потестить, потом вернуть, либо заказать себе и так далее. То есть они настолько уверены в своих продуктах, что даже они выделили демо-юниты, которые, я считаю, очень классно. Так, напомни о тренинге. Да, друзья, 9 числа у нас стартует тренинг. Там осталось всего лишь 2-3 места. Из группы закрывается. И тем ребятам, которым интересует этот тренинг, я настоятельно советую записаться, потому что. Там будет интересно, у нас будет э, двухнедельный очень насыщенный тренинг, в котором э, будет домашнее задание. Вы будете сводить, я буду проверять, потом опять с поправки ошибок. Будут стримы по очень интересным темам. Опять же, темы выбраны такие, что у нас в рамках MB-саппортов э, таких тем пока не было. И, соответственно, я думаю, будет очень интересно. Плюс общение, комьюнити и прочие вещи. Так что осталось 2-3 места. Спешите написать нашему замечательному другу Армену, и я думаю, что Арман в этом плане э, нам поможет. Ну, подводя итоги, к чему можно прийти? К тому, что если у вас есть какая-то супердорогая карта, вы потратили свое время там, не знаю, ну, там 1500 долларов или 1800 долларов, какая-то армия, либо старое поколение пола, либо APG, либо новое поколение Apollo, Вы хотите обновиться, вы хотите хороший звук, более качественный звук, я настоятельно советую обновить клок, а не поменять карту. Потому что если вы обновите клок, у вас сразу будет производительности выше. Вот, например, в случае сенсорики, я насколько помню, у него армешная карта, если не совру. Обязательно напиши в комментариях. И, в принципе, у него будет колоссально прирост случае обновлений. Но все-таки, Сенсорик, я тебе советую OCX HD взять, потому что оси HD более производительнее, и там рейд выше. Будет ли обзор новых плагинов Waves? А какие плагины интересуют? В Waves вообще каждый день выходят новые плагины. Фиг знает, там и бюрот вышло, что еще вышло. Ну, в Waves, по-моему, последнее время несколько плагинов вышло. Да, особо здесь обзоров нечего рассказать. Вот какой-то дисторшн был бесплатный, бюро вот сатуратор. Что еще вышло? Ну и какие-то, какие опять же, из серии наших э, замечательных сатураторов. Вот так, как-то так. Так, где у нас чатик потерялся? Ага. Окей, окей, окей. Так, о о о о о о Давайте посмотрим. Я, я знаю этот клок, но, но, но здесь есть маленькая проблема. Я не помню его физические показатели. Давайте посмотрим, с каким сэмплерайтом он работает, и сделаем наши выводы. По-моему, это, по это более хай-фай на клок, если не ошибаюсь. Ну, аудиофил тоже любит использовать клоки. По-моему, это хай-фай. Да, это хай-фай. Плюс здесь сэмплерайт более низкий, оси x hd более производительный. Я не знаю, сколько он стоит. Но в любом случае я рекомендую смотреть о ну это это хай фай это хай фай стоимостью 8000 тысяч долларов ну я уверен что даже столько денег смысла нету за него платить потому что за такие деньги можно себе позволить Atomic Lock, который будет гораздо лучше и круче звучать так что-то не что-то пропустил не было проблем понятно понятно это два чип на Маке. На Маке есть беда. Кстати, друзья, если вам интересно вообще стрим про новый MacBook, я недавно его приобрел, можете поздравить с покупкой. Я могу сделать отдельный стрим, в котором я расскажу подводные камни, что стоит, что не стоит, на что способна эта машина. Пишите под описанием этого видео, мы обязательно в будущем сделаем стрим. С картой Моту, да, будет работать. 8x сейчас давай посмотрим какой какие у него порты есть возможность есть по э, тому как принять да у него есть Wordclock вот ты можешь ему дать клок через Wordclock ты можешь через Ispadif его подключить без разницы в общем будут работать точно так будет ли обзор это сделали Сейчас в Авито. Ну, не знаю, ребята, это ваше мнение. То есть, если вы хотите что-то э, сделать. Можешь назвать как самую сильную работу. Да сильных работ нету. Я всегда недоволен работами. Э, обновил недавно до FX Pro. Ну, вот видишь. Sony C100. Не тестил, но слышал тесты. И за такой бюджет неплохой вариант. Так скажу. Вот как-то так. По поводу как альтернативы C900G, я не считаю, что этот микрофон может полностью заменить его. Но я считаю, что за свои деньги это не неплохой. С ламповым каким-то хорошим преампом. Ну, с своей задачей может справиться но все-таки это sony все-таки это sony и нужно понимать что этот микрофон возможно не будет супер универсальным в некоторых случаях вам придется какие-то задачи ну, под какие задачи иметь более универсальный варианты про мониторы, ребята, не обижаемся сегодня про клоки. Давайте, если есть под теме работы, мы, кстати, через пару дней встретимся. У нас э будет ламповый стрим, обязательно поговорим про мониторы отдельно. Сегодня именно про эту тему для того, чтобы стрим не был слишком длинным и для того, чтобы э -э люди смогли потом посмотреть. Ну что ж, подводя итоги, что мы имеем в наличии? Мы имеем то, что для меня, ну, не знаю, для вас а, было новостью это все или нет, но для меня вот на все это ушло где-то около, ну, изучение заняло около где-то год, еще подготовка к покупке всего этого, приобретение всего этого. И я могу сейчас сказать, что я реально очень сильно доволен, и это один из единственных девайсов, который я бы не поменял ни на что. Если вот меня вот спросили, что бы ты взял, Мониторы, комнату, компьютер и клок. Все остальное могу оставить э, даже плагины, даже супер классные вещи. Потому что э, производительность очень классная. Кстати, я в ближайшем будущем планирую делать очень интересную тему. Ну, это уже будет в январе. Я сделаю э, запись с помощью железных приборов, мастеринг с помощью железных компрессоров, да. Ну, с помощью одного компрессора и одного эквалайзера. Запущу его через конвертер, э, сделаю с помощью клокой без в реальном времени два канала. Запишу и отдельно короткий, там где-то 3-4 минутное видео сделаю с комментариями для того, чтобы вы сравнивали и тоже сделали выводы. А под описанием этого ви видео я сделаю, так сказать. Ссылку для того, чтобы вы скачали пример. Еще парочку вопросов, друзья, ответим и закругляемся. Когда следующий ламповый? Ну, ближайшую неделю я планирую делать. Если каких-то форс-мажорных ситуаций не произойдет, то обязательно я сделаю. Можно ли прикрепить два набора колонков, мониторск Synergy Core? Чисто технически да потому что у него физически есть выходы 34 и естественно тут просто придется э, указать э, line out 34 компьютер плей и внутри микшера как-то это контролировать я честно говоря не сделал но ну вот так руками придется это настраивать то есть вот если ты хочешь погромче вот здесь погромче и поменьше как щит контроль отдельная кнопка для мониторинга как в центуре не существует в данном инструменте Стрим про Mac давай. Хорошо, ребята. Очень много ребят интересуется про этот Mac. Хотя, когда я сам себе заказывал, в интернете даже нормальных обзоров не нашел русскоязычных. Какую-то распаковку видел от Вилсаком э, И какой, два, два, там, не знаю, два портала делали какие-то обзоры. И опять же, все мимо. Я расскажу про... Про то, что беспокоит музыкантов, это производительность, это шум обязательно, насколько они стали шуметь больше или меньше, потому что старое поколение э, на i9 у него был тротинг, он сбрасывал частоты. И постараюсь э, сказать, с, какую конфигурацию вообще стоит приобрести для того, чтобы э, в тех или иных задачах он вручал. Ну что ж, друзья, я думаю, что на сегодня все. Можно закругляться. Uh, я рассказал все, что хотел вам подемонстрировать по клокам. Выбор уже за вами. Uh, под описанием этого видео будет ссылка, в котором uh, будет доступна стемы, uh, которые я здесь в проекте продемонстрировал. Uh, в следующей неделе мы встретимся. У нас будет ламповый стрим, в котором мы ответим на вопросы. Uh, я обещаю, что стримов у нас еще полезных и классных будет по фазе у нас будет стрим по Revoice про обязательно поговорим у нас uh, будут стрим... будет стрим обязательно про новый macbook обязательно возможно в следующем ламповом стриме поговорим про это и подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на мой инстаграм потому что там очень много полезной информации а я обещаю, что в скором времени мы встретимся всем пока друзья.